Здесь работают представители МВД, сотрудники ФСБ, сотрудники Следственного комитета. К работе приступили представители Национального антитеррористического комитета. Наши окна как раз выходят сюда на дорогу. И это самое. Слышу, как закричала женщина, и взрыв. И все стекла у нас на полу, у меня цветы, все попадали, все. А муж спит у окна, и все стекла прямо на него. Слышу. Взрыв был такой, что я отпрянула от окна и думаю, да что же, и сразу подумал, что это бомба. В настоящее время на месте происшествия работают специалисты взрывотехники. Говорить о мощности и типе взрывного устройства и о том, каким образом оно было приведено в действие, можно будет только после того, когда взрывотехники закончат работу. Для оказания помощи в расследовании теракта в Волгограде направлена еще большая группа следователей и криминалистов Центрального аппарата Следственного комитета, а также опытные сотрудники из других региональных следственных управлений, соседних с Волгоградской областью.